Итак, сейчас затестируем эту новую досочку от MDay IDOL 2018 года. Погнали! Этот кайтборд усиленной жесткости, с интересным дизайном и удобными креплениями для ног. Умеренный рокер, одинарный конкейв и два V-образных туннеля по краям доски дают высокую стабильность и управляемость на воде. 3D-профиль доски и узкий кант дают очень хорошую зарезку на ветер и при прыжках. Жесткость кайтовой доски IDOL от MDay сразу чувствуется при выходе на воду. Стиль катания за кайтом мгновенно меняется. Хочется сразу больше агрессии на воде, резче разворачиваться, перепрыгивать волны, резче зарезаться и мощно выпрыгивать. А вот при прыжках на этой доске заметно жестче приземлить, и к этому нужно привыкать. Кайтборд MDay IDOL заявлен производителем как доска для фристайла с усиленными закладными под вейковые ботинки. Это кайтовая доска, предназначена больше для любителей агрессивного поведения на воде и райдеров фейк-стайла. С вами был Андрей Нарубин, кайт-школа «Кайт на ура».